Всем привет, меня зовут Оленька. Я впервые сейчас буду играть в очках виртуальной реальности в игру Space Pirate Trailer. Так, пробуем. Первый дрон. Так, вот когда они в разные стороны разбегаются. Вот это сейчас будет меня снимать. Сейчас будет еще больше. И с разных сторон еще когда не летят, вот. Так, раз, два, три. Вот, блин. Май гад. Так, сейчас еще раз. Может, сразу просто стреляй. Ну, сейчас я надеюсь уже перестреляю. Да блин, ну как ты так успеваешь меня попадать? Здесь дроны. Оружие, да, я думаю, что мне нужно иметь оружие. Конечно, сейчас. Да блин! Ладно, все, сейчас у меня оружие и затащу. Так, наверное, теперь у меня с одной стороны такой бластер. Я не знаю, бластер, да? Да блин! Так, ну что, последний раз попробую не побегать. Хотя бы побольше, чтобы этих дронов убить. Хотя два раза. Как в руке разное оружие, а проще. В общем, игра в целом интересная. Вообще, играть в шлеме виртуальной реальности мне очень понравилось, потому что это активно, да, ты, не знаю, мне кажется, ты этим будешь, ты можешь и играть, и какой-то прям спорт, да, так энергию свою тратить. Вот конкретно в игре, ну, в принципе, интересно, да, стрелять по дронам, но мне не хватило, наверное, какого-то развития событий. Ну, я и не успела дойти куда-то, но я бы добавила еще какую-то изюминку, в общем, в игру.